инжектор, если я правильно понимаю, компании Clark. Вот так он выглядит. Инжектор, микронайзер. Ну, так. То есть устройство, которое позволяет в потоке засасывать воздух. Вода подается, грубо говоря, сюда. Здесь, кстати, видно, как вставлен обычный клаковский инжектор. Это фиолетовый, не знаю. Дырковое отверстие довольно большое, следовательно, каких-то больших баллонов. Это байпас, который перекрывает вот эту линию. И, собственно, ниппель на три четверти, да, на одну четвертую с обратным клапаном встроенным. Вот. Так вылетит внутри. Так. Ну, снаружи, можно сказать, на выходе.